зовут меня Илькевич Андрей Антонович, заместитель директора по сельхозпроизводству Открытого акционерного общества РАПС Минского района. В этом году мы проводим для себя полевые опыты, в том числе и гибрида компании Байер. Это было посеяно в этом году у нас на поле 200 гектар, ДКС 30-50, 100 гектар, и ДКС 37-30, тоже 100 гектар. ДКС 30-50 мы уже убрали, средняя урожайность составила 120 сантиметров за 1 гектар. Гибрид ДКС 37-30 сейчас в настоящий момент убирается, убрано порядка 50 гектар, средняя урожайность показывает 115 сантиметров. Подробнее о гибриде ДКС 37-30 хочу остановиться, что видно, что початок сформирован очень хороший. Есть зерно, каждое зерно завязано, но ввиду сложившихся погодных условий в этом году, ранних заморозков сентябрьских, позднему этому гибриду не хватило набрать полную мощь и силу свою. Поэтому я думаю, что урожайность могла быть больше, но в этом году есть как есть. Вот. По особенностям уборки хочу отметить то, что по отзывам комбайнеров наших, отличительной особенностью гибридов Байер это то, что легко очень вымолачивается зерно, легко идет комбайн без нагрузки, чистая уборка идет и без потерь.